режиме повышенной готовности всем управляющим компаниям выдано предписание обрабатывать подъезды дезинфицирующими растворами. Выполнение этих работ отслеживает специальная комиссия. А вот кто должен оплачивать? Пока вопрос открытый. Часть компаний выставила счет жильцам, часть пока в раздумье. Давайте выяснять, чья же это финансовая ответственность. Вообще эти работы дополнительные, они проводятся в связи с тем, что введен режим повышенной готовности. То есть это требование, которое установил оперативный штаб. Управляющая компания обязана выполнить эти требования. Но не следует забывать, что все работы должны быть оплачены. Вопрос в компенсации этих расходов управляющим компаниям, он сейчас обсуждается, но решение не принято. Если вопрос компенсации так и не будет решен, то да, эти все расходы будут за счет собственников. Исходя из сложившейся по практике, уже вот когда год закончится финансовый, да, вот тогда эти расходы, по идее, будут учтены в тех работах, которые выполнила управляющая компания. Может быть, к концу года этот вопрос о компенсации будет решен. На данный момент я бы не рекомендовал бы управляющим компаниям пока торопиться с выставлением жителям этих расходов. А вот в конце уже года, да, если вопрос так и не будет решен, то да.